Дорогие друзья, сегодня хочу вам рассказать про томат черная лакомка. Томат черная лакомка очень красивый, шоколадного цвета. Томатик этот среднеспелый, высокорослый сорт. Я беру свои семена. С плотными круглыми плодами, с нежной, сочной, ароматной мякотью. Плоды у него где-то приблизительно 100-110 грамм, ровные. Завязывает он прям кистями, кистевые. В кисти по 6-8 штук. Практически все одинакового размера. Производитель пишет, что выращивать нужно в закрытом грунте, в защищенном. Я его выращивала и в теплице, и в открытом грунте. Одинаково хорошо он вяжет плоды. В открытом грунте тоже. Но побыстрее созревает, подружней, все-таки в теплице. Обязательно подвязываю, потому что кусты мощные. Наливает несколько кистей по 6-8 плодов. Вела его в два ствола. Сеяла томатик в начале марта, можно числа 5-10, в общем, до середины марта нужно его посеять, потому что он среднеспелый. А на рассаду, а высаживала уже в теплицу или в открытый грунт в середине или в конце мая, все зависит от погоды. Томатиком этим я очень довольна и вкусом, и урожайностью. Знаете, он на что похож? Если вы видели в магазине, в продаже или покупали томаты, пишут такие же вот темные, такого гранатового цвета, пишут томаты куматы. Вот эти томаты очень на них похожи. Томат этот черная лакомка из серии Вкуснотека агрофирма Поиск.